Когда 16 лет назад проходил первый конкурс «Бэби-модель», было много вопросов о том, как оценивать юных участниц. Но за эти годы детский модельный бизнес сформировался и в нашей стране. Свои задачи хорошо понимают и конкурсантки, и члены жюри. Мы оцениваем, конечно же, координацию, умение демонстрировать одежду и себя в том числе, умение красиво, правильно пройти, держать ровную спину и создать образ, соответствующий той одежде, которую девочка демонстрирует. Я держала ровно спину, улыбалась, не смотрела вниз. У меня, я скажу, есть конкурентки, но... Главное же не победа, главное участие. И для меня это просто чисто даже эмоционально, очень весело, очень приятно поучаствовать в таком конкурсе. Занятие моделингом помогает девочкам раскрыть и донести зрителям всю свою привлекательность. И даже в повседневной жизни юные модели подходят осознанно к формированию гардероба. Какие платья? Вот одинаковые, розовые или синие. Или голубые, платья и джинсовые шорты. И если раскрывают таланты ребенка их педагоги, то обнаруживают их самыми первыми родители. Именно благодаря им девочки оказываются в школе моделей. У меня были модельные данные, мама увидела это и сразу мне начала намекать, что я способна на моделинг. Ну, сама захотела, потому что у меня талант к этому. Сначала захотела сама, попросилась у родителей, чтобы отдали туда. 4 победительницы в 4 ростовых категориях. Те, кто лучше всех держал осанку, улыбался и дефилировал. Хотя сами участницы признаются, что победа в этом конкурсе далеко не главная. Опыт и эмоции останутся с девочками навсегда.